Шамиль, ассаламу алейкум. Что, сядем, ахей? Давай. Печенье, шома, чай делаю. Сладкий чай? Вроде сладкий. Что, шома, сегодня проиграли, бились, сражались. Почему сегодня проиграла команда? Опять много покушали или в чем проблема? Не бегали за то, что 2 недели, пока меня не было. Вообще физически слабые стали. Ты не контролировал, что ли, их оттуда с Москвы? Контролировал, но они играли как бы в разных командах, вместе не собирались просто. И чуть времени не было мне их контролировать, Джейси. Ты на хайпе был? Не то, что на хайпе даже есть. Мне просто сейчас единственное, что обидно, за нас очень много людей болело с Москвы, с Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана. Я как бы это, я хотел им показать игру, какая команда МЖСК «Дар». Я извиняюсь за то, что мы их всех подвели, всех болельщиков, которые за нас болеют здесь. Мы, иншаллах, по-любому вернемся сильнее здесь. За нас очень много людей болеют сейчас. Ну, мы их сегодня подвели здесь, наших болельщиков. Поэтому у меня нет настроения вообще, честно говоря, разговаривать. Я все эмоции, когда стоял на бровке, все эмоции закончил. Мне очень обидно то, что я подвел наших болельщиков. Шамиль, ты говоришь, брат, о том, что команда плохо готовилась. Но у вас с Магомедом получалось готовиться к этой встрече? Все-таки вы сами тоже находились в Москве, график был очень загружен. Не бегали. Мы один раз только в «Спартаке» позанимались с Димой Тарасовым. И больше не бегали мы вообще. Целыми днями там, тут были по городу. Времени не было, не получалось заниматься. Он сегодня вообще был не готов. Я видно в физическом плане. И я знаю, как он может играть, и как он сегодня играл. Сегодня вообще он не в своей лучшей форме. 50% сегодня не было Омарова Магомеда. И мне обидно вообще. Я не знаю, клянусь чувства. Знаю, что очень хорошо знаете своего соперника, Шамиль. Частенько товарки с ними играете. Сегодня Юлдуз чем-то вас удивил или, в принципе, тот же самый футбол показали, который вы ожидали? Да нет, ничем не удивил. Мы опять сами себе же забили, если вы видели. Наш защитник Мамаев Гаджи головой сам себе забил. 1-0, когда мы повели. Он взял головой сам себе забил. Я думал, их не игрок забил. Так как не увидел, он говорит, нет, это я сам себе головой забил случайно. Ну, что скажешь ему? И не поругаешь за это тоже. Ну, не хотел этого. И второй, когда мяч залетел, мы прижали их одно время. Зажали Юлдуз мы. Ребята молодцы, честно говоря, хорошо играли. Но все равно то, что у меня не было в Дагестане, это очень сильно сказалось. Я как понял, здесь мне от них вообще отходить нельзя, что ли. Потому что они не собираются вместе. Они играют там разных команд, но это все равно не дело. Команда, если мы семья, мы должны вместе тренироваться, вместе делать товарки. На товарке последний раз мы с Юлдузом играли, выиграли их 4-1. И до этого в лиге, когда играли в ЛФЛ, 2 раза сыграли, ничего. Вот сегодня, значит, так было суждено, то, что мы проиграли жизнь. Что дальше, Шамиль? Если сейчас опять я буду звать, брат, в Москву на передачи, ты опять не сможешь контролировать команду, не будете проводить товарки, и результат будет отрицательным? Или же ты теперь уже будешь отказывать во всем этих приглашениях, чтобы быть с командой и чтобы она хорошо подготавливалась к матчам? Ну, мне надо будет тогда Омарова Магомеда оставить только. Если он будет все контролировать. Он наш капитан тоже. Я ему доверяю полностью. Или надо мне ехать без него, если нас позовут, или меня позовут. Или оставаться с командой же есть. Ну, это моя семья. Это как дома, как и это моя вторая семья же есть. Я по-любому, на этом мы не остановимся. Мы вернемся в любом случае сильнее же есть. И в конце, Шамиль, несколько слов от тебя, брат. Просто вот ты говорил, что сегодня очень много людей вас смотрят, болеют за вас. Добавилось, конечно, болельщиков в вашей команде. Несколько слов для всех, для них от тебя, от Шамиля Магомедова. Что могу сказать? Большое спасибо. Мне очень приятно, то, что есть у нас такие болельщики искренние, которые нас заболеют. Если мы ради вас сегодня бились, старались, хотели выиграть только ради вас. Даже не ради себя, только ради вас, от того, что вот такие уже есть. Просто вы не видите эти комментарии в личку, то, что мне пишут. Я, честно говоря, кайфую с этого. Реально кайфую же есть. Что скрывать же есть. Они мне пишут. Реально, я люблю своих вот этих болельщиков. Очень сильно. Я ради них только хотел сегодня выиграть. Я очень сильно настроил сегодня команду. Очень сильно настроил. Ради них это все было. Вот здесь мы хотели просто последние свои как бы жесть. На себе шорты, не буду говорить по-другому, шорты хотели порвать и ради них старались жесть. Все силы, то, что сегодня мы выложили, что это только ради наших болельщиков жесть. И еще одно я хотел поблагодарить нашего спонсора с Москвы, Сергея. Он сейчас улетел в Испанию, отдыхает. Он, я думаю, скорее всего, смотрит на Спортмания. Сергей, я очень сильно благодарен этому человеку. Это человек с большим сердцем. Ни одни из Дагестана никто не сделал, так как мы приехали к нему, он нас пригласил к себе, купил нам на 500 тысяч формы. Полностью экипировку, начиная... Это который сейчас на вас? Да, он начиная с футбольной формы, начиная с парадной формы, начиная с тренировочной формы.
все с ног до головы, это человек нас одел уже. И в дальнейшем он сказал, еще будет нам помогать. Это человек с большим сердцем. Сергей, спасибо вам за все, то, что у нас, мы ради вас тоже здесь бились сегодня. Мы вернемся в любом случае сильнее и постараемся больше не подводить своих болельщиков. И всем, кто нас заболел, все города, страны, которые мне писали, я хочу извиниться за это поражение, то, что так получилось. Мы хотели сегодня очень сильно победить ради вас. Но мы по-любому вернемся сильнее, иншаллах, жесть. И большие победы впереди, жесть. Вы, главное, болейте за нас. Баракалла, Шамиль, огромное. Дальнейшего успеха тебе лично, брат, вашей команде. И я уверен, что вы вернетесь. Все у вас будет хорошо. Это был Шамиль Магомедов, Лев Кизляра, Лев Дагестана. Мы благодарны ему, как всегда, эмоциональное интервью. Чай, к сожалению, не выпил вообще. Расстроен Шамиль. Действительно, команда билась, но сегодня проиграли. Футбол без поражений не бывает, друзья мои. Нужно просто провести грамотную работу над ошибками и вернуться, как Шамиль сам говорил, сильнее.